Приветствую на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. В этом видео я раскрываю секрет новых лаков серии The One светлые оттенки. И мы с вами разберемся, как же накрасить ногти так, чтобы не было полосатости и прочих неприятностей, чтобы лак лег идеально. Срочно приступайте к просмотру. Итак, из серии The One я заказала себе 5 оттенков лака, и сейчас мы с вами протестируем самые светлые, потому что всегда все переживают, что светлый лак будет давать полосатость, какую-то там проплешину на ногтях. Ну, с чего нужно начать? Самый первый шаг — это обработать ногти, обезжирить их и нанести базу. Я вот использую базу под лак, это укрепляющий как раз покрытие для ногтей, код 32038. Мне очень нравится этот продукт, потому что он не только является классной базой, но еще и отлично укрепляет ногти, они становятся такие крепкие, сильные, поэтому прямо рекомендую. Итак, давайте пробовать. Возьму самый светлый лак, база у меня уже подсохла, лак немножечко нужно перебултыхать. Лишнее снимаем с кисточки, чтобы не было клякс. И светлые лаки наносим всегда тонким слоем. Так, сейчас подставочку какую-нибудь сделаю. Такую, например. Вот, так будет удобней. Наносим тонким слоем. Первый слой наносим тонким слоем. Все правильно. Да, он действительно очень полосатый получился. Но меня это ни капельки не пугает, потому что будет еще впереди второй, а может быть и третий слой. И я несколько ногтей сделаю таким вот розово-сиреневым цветом. Код обязательно скажу у этого лака. И несколько ногтей другими цветами, чтобы посмотреть все. Так, этот код у нас 37896. Пусть немножечко подсыхает. Вот тут всегда подправляете около кутикулы, чтобы был ровный контур, как улыбочка. Ну, давайте возьмем вот такой розовенький, попробуем. Тоже перемешаю. Буду с разноцветными ногтями ходить. Все ради вас, мои любимые зрители. Чтобы вы увидели, какие лаки на самом деле. Надо ли их брать или нет. Ой, какой цвет красивый, обалдеть. Я представляю, когда руки подзагорят, как это будет эффектно смотреться. Конечно, оттенок совершенно такой летний. Так, первый слой немножечко подправляем. Так, прикольно. Давайте еще такой синий попробуем. Такой цвет интересный, сияющий. Ну, темные лаки не буду пробовать, потому что понятно, что они и так у нас классно ложатся. К ним никаких у нас претензий не бывает обычно. Замечаю, что удобная кисточка. Она такая прям по форме ногтя расплющивается. И очень хорошо все местечки прокрашивает. Кстати, эта кисточка даже удобнее, чем в прошлых лаках зевановских. Так, первый слой у нас подсох. А, не сказала вам код этого лака. 37898. И пробуем второй слой. Также снимаю излишки с кисточки. И прокрываю. Так, еще много. Прокрываю аккуратненько второй слой. Я думаю, будет достаточно. Ну и покажите мне, где хоть одна полосочка. По-моему, идеально. То же самое делаю со вторым ногтем. Обратите внимание, я лак не, как сказать, ну, так накладываю таким слоем, чтобы он прям вот растекался. Видите, как красиво. Обалдеть, какой цвет. Я рада, что я его выбрала. Так, этот тоже уже подсох. Пробуем. Тут ноготь большой, поэтому я сразу лака беру с запасом. Желательно сразу вот одну каплю растянуть на весь ноготь, чтобы слой лег как можно ровно. Ну, супер! Смотрите, как красиво. И завершает у нас такой голубой оттенок. Очень прикольный цвет. Так, немножко лишнего. Красавчик. Лак красавчик.
Так, немножечко подправляем. Даем лаку схватиться, то есть прям под, чтобы он подсох, схватился. И затем я буду наносить вот такое средство. Это сушка для ногтей и закрепляющее такое покрытие. Сушка. И мне нравится то, что оно придает еще дополнительный блеск. Код его 33520. Вот. Я лаками довольна. Полосатости нигде не наблюдаю. Лежит шикарно, прям как гель-лак. Надеюсь, вам хорошо будет видно на видео. Так что, девочки, кому какой цвет понравился, налетаем, разбираем, пока есть на складе. И в комментариях пишите, какой вам лак понравился. Может быть, вы уже заказали лак. Получается ли у вас накрасить его без всяких полосочек и быть в восторге от своих ноготочков. И до новых встреч в видео. Если видео полезное, ставьте, конечно, лайк, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях. Люблю с вами общаться. До новых встреч. Пока-пока. GoPro, стоп видео.